Сегодня в актовом зале Севильского университета идет спектакль, на который приглашены маленькие зрители. На сцене женщины-ученые. Они рассказывают о роли женщин в прошлом, настоящем и будущем науке. Queremos hacer ver que no tienen que ser hombres los que están en la ciencia, porque hasta ahora es lo que más se ha visualizado, ¿no? Идея принадлежит Паку Веге, лаборанту кафедры прикладной физики. Он хотел показать своей дочери, да и всем девочкам, что для женщин нет ничего невозможного. Ha habido mujeres científicas, las hay, y necesariamente las tendrá que haber. Пять современных ученых играют роль пяти ученых прошлого. Среди них Ада Лавлейс, считающаяся первым программистом в истории, и Мари Кюри, первая исследовательница радиоактивности. El objetivo que era visualizar que hay mujeres que se dedican a la ciencia y a la ingeniería y visualizárselo a niños pequeños, me pareció que no lo podía dejar pasar. Согласно последним данным Испанского фонда развития науки и техники, среди женщин интерес к науке вдвое меньше, чем среди мужчин. Спектакль ставит целью обратить эту тенденцию. No entiendo por qué a las chicas no les va a interesar la ciencia cuando una cosa que es apasionante. No hay nada más apasionante que entender el universo. Мораль истории ясна. Estas son las científicas del pasado, nosotros representamos el presente, pero lo mejor está por llegar. Porque vosotros y vosotras sois el futuro. Потому что историю научных открытий пишут вместе, как мужчины, так и женщины.